Там запустили новый корпус для начальных классов. Он рассчитан на 400 мест. Глава региона пообщался с учителями и заглянул в каждый класс. Для учеников здесь оборудованы просторные кабинеты, спортивные хореографические залы, закуплено интерактивное оборудование. Одним словом, результаты строительства превзошли самые смелые ожидания. На возведение нового корпуса потратили свыше 360 миллионов рублей. Это средства федерального, краевого и местного бюджетов. Нам очень повезло, потому что попали, я считаю, в современнейшую школу, очень комфортно, удобно, и делать первые профессиональные шаги в своей учительской карьере, именно карьере. Я считаю, это очень и почетно в такой школе, и ответственно, потому что нужно сегодня соответствовать вот тем аудиториям, тому уровню. И на самом деле я хотел бы, чтобы у вас все получилось. 23-я школа – одна из старейших в Краснодарском крае. В прошлом году отметила 100-летний юбилей. Новое учебное заведение ждали и ученики, и родители. Как отметили краевые власти, это очередной шаг в большой перезагрузке образовательной системы Кубани.